Итак, всем привет, приветствую вас на канале Классический Геймер Алекс. Сегодня мы с вами будем продолжать проходить замечательную игру под названием F.E.A.R. Perseus Madrid. Или проект Persei по-русски оно звучит. Уровень сложности, насколько помню, Normal. Не помню, когда мы в последний раз остановились, если честно. По-моему, это... Вот этот сейв был третий интервал или середина третьего интервала, точно помню. Нет, это явно не здесь. Всем желаю приятного просмотра. And to all my friends out there, this is gonna be stream of Glasses Gamer Alex. I'll be playing F.E.A.R. Perseus Mandate. I'm just gonna make sound a little bit less loud so that you can hear me clearly, and in a few minutes we'll begin. Now this one maybe. Yes, I finally got it. Hit this part. We got it. Сохранимся вот здесь. Ух ты, блин, что это было? Тело такое. Все? Съел? А, ну да, это же на норме. Господи, чё парюсь, собственно говоря. Это на харде тут будет очень тяжело выживать, а на нём ещё как удобно ему. Я думаю, эту пушку что ли взять? Так. Пока вроде нормально. Не знаю, насколько хорошо это все помню. Так. Спичка. Еще что-то есть. О, отлично. И все, наверное. Я бы теоретически мог отсюда пройти, наверное. Не ломается? А, ну да. Жаль. Ладно, попробуем тут пройти. Не знаю, насколько у меня стримов выйдет на самом деле прохождение, но я думаю, надо уже потихоньку с этим заканчивать. Тем более идей много. Ешь. Зараза.
благах у тебя сохранился. Ну, в какой позе ты умер? Может, из этой пушки тогда их расстрелять? Броник. Чё это я броник не подбираю, интересно. Ах ты, ёлки-палки. Как я это на харде проходил без аптечки, даже не помню. Так, я, пожалуй, здесь сохранюсь. Ребята, я с вами готов и сражаться. Где вы? Ну как так, я тебе голову стреляю? Ты что, прикалываешься? Да, я знаю, для некоторых стрим будет очень ранним, но... упускать такую возможность я не хочу. Хочу постримить часик где-то. Или полтора. Ну, в самом лучшем случае, это 2 часа. Thank you.
конечно же. И вот этот момент, как я без аптечки проходил на харде. Даже не представляю. А если наверху? Блин. Зря я туда не пошел. Изначально. Thank you.
Как? Ничего, этот момент каждый раз придется ходить, короче, то ли. Да вы зажимали. Дайте мне миниган уже взять наконец. Закрой, блин, ты уже наконец-то его. Чего? Вот.
полная обойма.
Чекпоинта, конечно же, не было, да? Но вообще замечательно просто. А, нет, секундочку, он был.
Ой-ой-ой. Сейчас будет нехорошо. You're going. You have no idea who you're dealing with. I don't care. Here's the situation. Rains didn't make it underground. The radio's out. Piece of shit. Get moving. You still have a job to do. I'm not gonna let that asshole get away. Разлёгся тут, понимаешь? You know, I think we're in the old underground metro area. It was destroyed by a big earthquake and the new city was built on top. Took my kids on the tour last summer. Never been to this section. How long has it been since the explosion? I wonder when this shit happened. Куда мне идти, спрашивается? Сюда, что ли? Нет, тут я был.
закрыто. А, тут теперь закрыто. Потрясающе. Сюда не пройду, вы чё? Шутите? Нет, конечно, нет. Можно было даже не пытаться. Должен быть другой путь. Ничего, сейчас я через огонь прыгать? Совсем, что ли? Нет. Да вы прикалываетесь. Не получится мне это сделать. А, не получилось. Нет, не получилось. Еще раз. Да блин. Смысла нету. Должен быть другой путь. Thank you.
пусто. Тоже пусто. Нет, это не откроется. Where the fuck have you been? Come on, let's go. Near as I can figure, that explosion triggered a massive foul flow of... You know, I don't know what the fuck is going on. You take point. Beyond the briefing now, definitely through the looking glass. What's that? Do you hear that? Ёлки-палки, я ничего не вижу. Hey, up here. Hold on, I'll be right down. Getting away. Somebody's got my leg. Thank you.
Это оружие я ношу со мной, это хорошо.
правильно ли я сделал или нет. Но лучше перестраховаться. Птичку. Блин, где выход-то?
Можно ящики толкать, а? Или нет? Я прыгну отсюда. Прыгну, ладно. Не буду пытаться. Может, он не дальнобойный, зато патронов много и мощный. Ну что ж, на этом я буду этот стрим заканчивать. Даже не знаю, зачем я его делал так рано, если все равно никто не пришел. Ну ладно. Все равно эту игру мне предстоит пройти в любом случае. Будете ли вы смотреть? Нет, это уже ваше дело, как говорится. Ну, а тем людям, которые будут смотреть, я хочу сказать спасибо. Хочу сказать спасибо всем людям, которые оказывают поддержку моему каналу и которые контактируют со мной. Спасибо вам за лайки, за комментарии, которые здесь будут. И спасибо еще раз за поддержку. С вами был классический геймер Алекс. Всем пока. And, to foreign supporters out there, thank you so much for your support of my channel and me, thanks for interacting and thanks for likes and commentaries in advance. That was Classic Gamer Alex. I remind you that I was playing F.E.A.R. Perseus Mandate. Well, when you see this video, hopefully you'll enjoy it. Until then, take care everyone.